Здравствуйте, я Андрей Мерзлекин. Хочу поделиться с вами небольшой радостью. Я как начинающий садовод-любитель пришел к тому, что вот у меня тоже появилась возможность начать садить свой сад, ухаживать за цветами и сажать деревья. И вот буквально в том году я посадил туи. Эти туи оказались, конечно, не самый лучший, как принято говорить, не самый лучший материал. Тяжело приживается, приходится обрезать, болеть. И я в этом году стал думать, кому же обратиться, чтобы это было менее грустно. И вот, приехав в Экоплант, посадил в этом году замечательные туи. Мне кажется, разница видна даже невооруженным глазом, а для меня, как для молодого начинающего, очень важно благоустройство моего садового участка, чтобы это было в первую очередь красиво. Если уж покупаем какое-то крупноразмерное дерево, чтобы оно было без хороших материалов, чтобы оно было здоровым, чтобы оно имело возможность прижиться, ухаживать за ним и украшать мой сад, и чтобы мои дети, мои гости любовались и говорили: а где ты такое взял? Я им говорю: Экоплант.